Здравствуйте. Аудиокниги становятся все более и более популярны. Это удобно, это интересно, это не мешает заниматься другими занятиями. И эту небольшую передачу мы подготовили для того, чтобы предложить вашему вниманию более сотни книг, подготовленных нами. Я писатель Борис Кригер, и со мной Андрей Канаев, профессиональный чтец, и большую часть из этих книг озвучил именно он. И для того, чтобы вам было удобно выбрать, что послушать, мы решили четко и сжато объяснить, что у нас есть. Ссылки у нас, естественно, в описании. Вы также можете подписаться на наш канал. На нем есть много интересного, но цель нашей встречи сегодня именно пройтись по книгам. Да, всем здравствуйте, кто смотрит. Сейчас я покажу на своем экране. Итак, где их можно найти? Ну, они есть на всех практически сайтах аудиокниг, но два основных сайта – это книговухе.org и А-книга. Ссылки будут в описании. Я хочу начать с самой знаменитой своей аудиокниги под названием «Волновая природа любви». И она записана Валентином Гафтом в 2007 году. Зачем ее слушать? Ну, из более старшего поколения, кто уважает этого замечательного актера и его замечательный голос, узнаваемый, стоит послушать. Я старался подобрать для него тексты наиболее богатые с литературной точки зрения, и он их прочел достаточно самобытно. Я включу буквально на одну секунду. Борис Кригер, произведение из сборника «Песочница».